Ты не поступишь в БГУ, не будешь петь в нашем ансамбле, вести эфиры на нашей радиостанции, не поедешь в Сочи со студенческим отрядом, не познакомишься с потрясающими людьми, не влюбишься и не создашь свой классный молодежный проект. Ты до сих пор не зашел на сайт Байкальского университета, не узнал условия поступления и не заглянул в приемную комиссию? Сидеть дома, конечно, хорошо. Или я не права?